Всем привет! Попался мне вот такой вот старый советский кухонный нож. Выбросить жалко, но использовать по назначению как-то не очень в таком виде. Вид у него удручающий, поэтому попробую сейчас я его маленько, скажем так, облагородить. Вот из этого вот страшилища попробую сделать небольшой шеф-нож. Ножи эти выпускались с завода. Тут вот даже немного видно цену. Цена 1 рубль и сколько-то там копеек. Размечаю, рисую форму. Вот такая вот треугольная форма у меня получится. Ручку буду также переделывать. Сейчас это дело надо все отпилить. При помощи болгарки на черновую вот так вот спилил. Теперь это все надо обработать либо на наждаке, либо на гриндере. Не забываем про технику безопасности. Начинаем обрабатывать. Думаю, будет достаточно. Теперь немного хочу заузить ручку вначале. Также немного сделаю наскос заднюю часть рукоятки. Ну и вот уже что вырисовывается. Теперь надо рукоятку скруглить и можно приступать делать спуски. Немного состарю ручку. И также при помощи наждачной шкурки сниму вот этот вот небольшой нагарчик, который получился. Вот такая вот рукоять получилась. Теперь ее надо пропитать маслом по дереву. У меня есть вот такое вот для наружных работ. Оно пойдет. Пропитывать буду раза на три. Рукоять ножа уже подсохла. Сейчас хочу полирнуть немного лезвие. Это я буду делать на волочном круге при помощи пасты Гуэр. Перед тем, как полировать лезвие, без пасты Гуэр, обычным войлоком, чуть-чуть прошелся по ручке, загладил все, клепочки, вот эти вот соединения, чтобы она была вообще идеально гладенькая, тыльник также. Ну и теперь можно уже приступать к лезвию. До зеркала я лезвие полировать не стал, а оставил немного таким состаренным, чтобы видно было вот клеймо советское. То есть, как вы убедились, полчаса работы из того, что было в начале видео, получился вот такой вот мини-шеф-ножичек для кухни. Теперь остается его только заострить, и уже не будет стыдно показать людям. Ну, в общем, в итоге вот такая вот переделочка у меня получилась. Потратил я на все про все где-то около 40 минут. Вот этот вот ножичек уже не стыдно положить на кухню и что-то им делать. Мне такие нравятся шеф-ножи, но это вот будет мини-шеф-нож. На этом у меня все. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр и до новых видео. Всем пока.